В Астрахани решается вопрос об изменении назначения школы номер 60. В нашу редакцию поступают звонки встревоженных астраханцев. В начальной школе в районе завода имени 30 лет октября учатся более 300 человек. Сейчас среди учителей и родителей ходит слух, что школу собираются расформировать и отдать здание под детский сад. Надо отметить, что изначально здесь располагалось дошкольное учреждение. Мэрии Астрахани пока определенного ответа нам дать не могут. Будет ли здесь детский сад или останется школа, станет известно позже. Принятие соответствующего решения органам местного самоуправления допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.